Привет, друзья! ДТП произошло 9 августа, около 7 вечера. Местом трагедии стал 91-й километр дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. Водитель ВАЗ-21099 и встречная Audi Q5 врезались друг в друга. От удара обе машины сильно смяло. По словам очевидцев, людей из ВАЗа доставали сотрудники МЧС со специнструментами. Водитель ВАЗа скончался до приезда скорой в реанимационное отделение больницы Каменска-Уральского с тяжелыми травмами был доставлен его 10-летний пассажир. Мальчик ехал на переднем пассажирском сиденье. В ГИБДД отметили, что в нарушение правил ребенок был пристегнут только штатным ремнем безопасности. Водитель Audi Q5 также получил травмы. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.